Правильно сделанный выбор отвечает за качество жизни и достойное будущее. В Черкесске состоялась 29-я конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения политической партии «Единая Россия». О том, какие важные вопросы и задачи были поставлены для будущих депутатов, и про сам этап голосования, расскажет Майя Хамдохова. Приветствуя участников конференции, спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов напомнил, что «Единая Россия» была и остается единственной партией в стране, которая отбирает кандидатов в депутаты путем предварительного голосования. По словам секретаря регионального отделения партии, при выдвижении списка очень важно опираться на поддержку избирателей. В этом году участниками стали действующие депутаты, участники СВО, представители здравоохранения, образования, спорта и культуры. В ходе доклада «Единая Россия» указала главные ценности для партии. В приоритете – благополучие жителей республики, качественное образование, социальная защищенность, достойная оплата труда, здоровье и долголетие. Сегодня, в период важной избирательной кампании, наша задача – заручиться поддержкой и получить убедительное большинство в региональном парламенте. Поэтому и действующим депутатам, и тем, кто идет на выборы, предстоит активная работа с населением. Надо идти в народ, встречаться с избирателями, быть рядом с человеком, жить его проблемами, а не давать пустых обещаний, а после отработать все вопросы. После речи депутата Народного собрания делегатам конференции предстояла важная задача – проголосовать за список кандидатов, с которыми «Единая Россия» пойдет на выборы. Делегаты определят путем тайного голосования за данный список, они голосуют либо против. То есть в случае набирания большинства голосов данный список конференция утвердит, и уже мы пойдем с этим решением в избирательную комиссию Карачаево-Черкесской республики. Более 48 тысяч жителей проголосовало за будущих кандидатов. Среди голосующих были и участники специальной военной операции, для которых особенно важно было понимать, что их слышат и решают их вопросы. Конференция интересная. Я первый раз в такой конференции. Идеи здравые. Как бы для нашего государства, для нашей республики. От послания президента все детали, которые он выложил, я прослушал. Как бы идем с ногу со временем. По завершению конференции в итоговый список вошел 71 кандидат. По решению Генсовета партии «Единая Россия» его возглавил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. По итогам тайного голосования список был утвержден единогласно. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.